вкусный и сытный винегрет с фасолью и горошком отлично подходит для ежедневного рациона. Берите на заметку рецепт. Винегрет с фасолью и горошком получается более питательным и вкусным, чем в традиционном рецепте. Советую заранее отварить все корнеплоды и фасоль. Зеленый горошек я использовала замороженный, его также нужно немного отварить. Фасоль красная 100 грамм, отварная или консервированная. Капуста квашеная 200 грамм. Картофель 100 грамм. Морковка 60 грамм. Лук репчатый 50 грамм. Свекла 100 грамм. Горошек зеленый 80 грамм, замороженный. Масло растительное 2-3 столовые ложек. Соль по вкусу. Черный перец по вкусу. Количество порций 3-4. Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите корнеплоды, картофель, свеклу и морковку. Также заранее отварите фасоль до мягкости. Зеленый замороженный горошек варите 10-15 минут. Затем промойте холодной водой, чтобы цвет остался ярко-зеленым. Нарежьте кубиками отварной картофель и морковку. Сложите в миску. Нарежьте кубиками репчатый лук и свеклу, добавьте в миску. Добавьте зеленый горошек. Можете использовать консервированный горох, вместо замороженного. Добавьте квашеную капусту в салат. Полейте винегрет маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте. Готовый винегрет с фасолью и горошком подавайте к столу. Приятного аппетита!